18 648 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в минувшие сутки в России. Пятый день подряд показатель суточного прироста в стране превышает 18 тысяч. Как сообщает Федеральный оперштаб, за прошедший день от болезни скончались 355 россиян. Трое из них в Татарстане. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 112 жителей республики. По официальным данным, за сутки COVID-19 обнаружили еще у 43 татарстанцев. Общее число заразившихся достигло 8549 человек. В Набережных Челнах за прошедший день коронавирус диагностирован у 4 жителей. Всего инфекцию обнаружили у 918 челнинцев.